насколько я себе представляю, у Азербайджана вот такая позиция, что если будут переговоры опять ни о чем, или будут переговоры о чем-то, но они не будут достигать каких-то результатов, а результат для Азербайджана – выполнение с армянской стороны, насколько я понимаю, вот этих трех требований Азербайджана, то тогда Азербайджан говорит, что он не думает, что должен ждать до 2046 года, чтобы решить вот все остальные вопросы.